Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров, путешествовать по музеям мира. Это русская статуэтка 460-450 год до нашей эры. Бронза, высота 46. Эта фигурка считается одной из самых ценных среди объектов статуарного искусства этрусской бронзы в американских музейных коллекциях. Фактура накидки и обнаженного тела, черты лица и тончайшая детализация изображения, гармоничные пропорции, тщательное и виртуозное исполнение в названном материале – все свидетельствует о ее высочайшем художественном качестве. По версиям историков, статуя представляет либо этрусского бога войны Мариса, либо греческого Геракла, или же какого-то высокопоставленного смертного. Этруски соседствовали с греками, они жили на побережье Средней Италии, Пеннинский полуостров. Так более развитая культура влияла на них в области письменности и искусства. Этруски, в свою очередь, оспаривали господство греков на море. Ну вот такое описание к работе этрусской статуэтки 460-450 год до нашей эры из бронзы я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.